Солнышко, и мы сегодня на Крыгин Beauty Day 2017. Пойдемте со мной, у нас впереди очень-очень много интересного. Вот она, святая святых. Я обычно девушку играю. Волосам. Я недавно была на одном мероприятии, и там сказали, что аудит абсолютно для всех. Сегодня будут проходить между мастер-классами Елены Лезы Крыгиной. Прибор для ухода 3 в 1. 10 минут. Итак, первый мастер-класс Лены Крыгиной. Начнется через несколько секунд. Так мы еще одежду надо купить. Мы еще одежду, скоро закупим.
Именно они, вот в таком ярком и запоминающемся одеянии, сегодня поднимают вам настроение. Их очень много. Сейчас примерно минут 15 они только на сцену будут выходить. Естественная красота за счет незаметных изменений. Я бы даже назвал этот мастер-класс «Незанудный нюд». И встречайте человека, который вдохновляет нас на то, чтобы мы были красивыми. Елена Крыгина! Недавней поездкой и разузнала все секреты их идеально гладкой, отполированной просто кожей. Вот реально, как будто бы ее какой-то шлифовальной машиной полировали, она блестит, как лампочка. Так, носик в бьюти-блендер или кисточкой, можете пальцем, в принципе. И в поры туда, чик-чик. И они загладились. Вы после этого посмотрите, вам вообще как бы тональный крем прописан как факт или нет? Может, нет? Чик-чик-чик сюда. Потом заворачиваем немножко вот сюда. И чуть-чуть растушевываем. Одним бьюти-блендером можно чудеса творить в макияже. Он вообще сам все красит, растушевывает, все, что хотите делать. Смотрите, какое у нас движение, да? Хоп, и через всю бровь. Раз, и через всю бровь. И мы вот прям совсем оттеночно добавляем, по чуть-чуть. Потому что нам важно, чтобы вообще никто не понял. Еще разок. Вот здесь вот прям есть конкретная линия. И вы ее и закрываете. Да? Ее и подсвечиваете. И еще один важный лайфхак. Когда вы фотографируетесь, вы немножко делаете вот так. Видите? Так, есть. Так, нет. Чуть-чуть лишнее стряхиваем. Наверх глазки. Вот здесь, если вдруг что-то вы хотите подрастушевать, подрастушуйте. И так чик-чик-чик-чик-чик-чик. И закрыли. Здесь так картины красиво скулы. Здесь, конечно же, вы можете делать все и сразу. И глаза, и губы уже давно нет вот этого, да, либо то, либо другое. Здесь можно делать все и сразу. И быть просто красоткой. Да. А позже пришли или не услышали. Я знаю, что ты сделал три потрясающие укладки. А куда делись наши девушки? Замечательно. Уже убежали. Но ничего страшного. Я знаю, что эти прически соответствуют последним трендам в ежедневном уходе, в ежедневном укладке за волосами. Мы берем средство плотное, но будем наносить его прям тоненько-тоненько. Я даже немножечко, чтобы лучше он растушевывался, в бьюти-блендер. Загоню увлажняющего спрея. Ну, в принципе, здесь условно, это под оттенок, да, то есть мы сейчас вот этот цвет, даже черный, который будет внутри, должны будем перевести вот в этот цвет. Такая у нас сегодня задача. Возьмем сразу черненький, потому что с гелевыми карандашами это промок. Классные, очень стойкие карандаши, не отмоете, чем мне и нравится. Да, как бы его не нужно высветлять или еще там как-то выделять. Мы просто его чуть-чуть вот как бы и подсветили. Маленький такой тач здесь. Почему прозрачный? Потому что хочется немножко влажного эффекта добавить. И потому что, когда брови классные, не надо их грузить. Вот, получился такой juicy, сочный эффект, но при этом не перегруженный. Я еще чуть-чуть добавлю поярче румян, потому что становятся яркие губы, все, хотят уже румяна нарисоваться. Ценных акцентов. Глаза, губы, румяна. Все сразу можем делать ярко. Макияж можно и нужно использовать по полной программе. Красить и глаза, и губы, и все, что вы вообще захотите. Делать сразу несколько акцентов. Вот это вот либо глазки, либо губки, это, конечно, очень простой вариант. Очень легкий, очень понятный. Но если вы хотите выглядеть круто, берите сразу и все, пока дают. Вот. Ребята, тоже вам главное. Спасибо вам большое, что вы здесь.
все пришли. Так приятно. Я захотела бы в пустой зал, потому что мы все были уверены. Спасибо. Вот, собственно говоря, этот тренд для меня главный. Это был мой выбор на странице журнала. Хотя вот это, кстати, не стало, только это из журнала, и это мой выбор. Мой выбор — это бархат. Хотя, на самом деле, кажется, что это такое что-то очень ретро, очень тяжеловесное. А, во-первых, технологии дошли до того, что бархат теперь не только на шторы пускают, а на платье. Такое тяжелое, неимоверное, либо очень такое сексуально-провокативное. Оказалось, что, в общем, можно быть вполне в образе хорошей девочки, при этом носить юбку или платье из кожи, немножечко клепок, тоже никому не повредит, это уже не так страшно и не так опасно. И бабушкина вязка, и дедушкина. Но на самом деле очень разнообразная, то есть абсолютно вот с правой стороны от вас, вот эта пёстрая, это Прада, целый костюм, то есть вполне себе такой формальный наряд, но и трикотажа. Здравствуйте! Я был уверен, что крышечки прям пищат, радуются. А вы не визите, да? Давайте репетировать все вместе, громко друг другу аплодируем. Это вечер. Я понимаю, что вы все обессилены практически. Вы и губная помада у всех на губах, и блестками все намазались, и татуировки на волосы нанесли. Следующий момент, с чего мы начали. Помните, я задал вопрос, покупаете ли вы что-то, что вы не планировали покупать? Для чего мы делаем ревизию гардероба? Не только чтобы гардероб освободить от ненужного. Вы должны четко знать, что в вашем гардеробе есть. Вот вас нужно ночью разбудить, вы должны вставать и говорить: белая футболка, зеленая футболка, вы еще тельняшка, еще черные, красные брюки. Вы должны реально знать, что ваш шкафу хранится. Как только у вас свежие чистые волосы, простой макияж, Лена учит прекрасно делать легкий нюдовый мейкап. У вас вот здесь чуть-чуть румян, вот здесь маленький кусочек хайлайтера, свежие волосы, которые, возможно, при помощи техники Philips уложили в какие-то легкие локоны, вот так быстро прочесали, как у Маши сейчас Федоровой, кстати, был идеальный пример. И вы выглядите дорого, неважно, дорогой на вас жакет, стоил он 138 тысяч рублей или 7, какое на вас пальто, главное, чтобы оно было добротным, хорошо исполненным и сидело на вас хорошо. Напомню, что фотосессия проходит на втором этаже у стенда компании Philips. Продолжаются наши призы, наши конкурсы. Фотографироваться и обниматься.
Либо ты.